Привет, сподвижники, с вами Керри, Керри самый настоящий, работает без пульта, без батареек. Здравствуйте. Сегодня, как вы знаете, пятница, ну, а значит, нам обязательно с вами надо тянуть, что мы с вами конкретно и сделаем. Не обращайте внимания, сегодня у нас опять же будет выпуск без монтажа, все как есть, даже сегодня выйдет ролик. И если будут какие-нибудь провисания по сюжету, не особо, не парьтесь, не обращайте внимания. Вот. Сегодня я как-то обратил внимание и захотел... Сегодня я прошел мимо магазина «Красно-белое» и зашел и хотел выбрать самый говняный напиток пивной, который даже и пивом постесняться можно назвать. Хотел остановиться на напитке «Толстяк». Пиво «Толстяк». Ну, я его не нашел, пиво «Толстяк». Представляете, кто найдет пиво «Толстяк», тот молодец. Я его не нашел. Думал, ладно, босс, что еще пивал лет несколько назад. «Три медведя» пиво тоже не нашел. И говорю продавцу, продавец, говорю, слушай, говорю, сынок, говорю, покажи мне пивко говняное. А у нас, говорю, здесь все говняное. Ну, вот это более-менее. Я говорю, мне надо самое говняное. И он мне говорит, ну возьми, говорит, не пожалеешь. Она говорит, как раз охлажденная и все такое. Вот. И сразу вспомню, потому что данное пиво это пиво нулевых, опять же пиво нашей, пиво, блядь, нашей молодости, да, друзья? Вот. Чем особенно душевен мой канал, это то, что мы здесь вспоминаем нашу, так сказать, молодость. Ну что ж. Давайте быстренько сразу попробуем. Пиво Gold Mini Beer. Оба. В наше время он назывался просто Gold. Этикеточка была более интересная. И были чисто полторашки. И вот я сейчас, представляете, вскрываю я его. Я его вскрываю, я его. Вот это вот диалект мое словообращение. Сам балдею от них. И сразу чувствовал такой аромат. И вроде как-то интересно стало. Ну, давайте попробуем. А аромат, я бы вам сказал, такой узнаваемый, именно относительно порошково-химозный. А давайте-ка мы с вами попробуем сразу. Вот, поставлю. Ага, вот, виден результат. Сразу обратил внимание на свет. Свет такой... прозрачный, как будто это вот, ячменный колос какой-то вот, налил я. Вот что ячменный колос, что Gold Mini. И запах такой сразу, знаете, маленько. Солодовость присутствует. Солодовость или что-то там, я не знаю. Давайте попробуем. И сразу скажу, аромат по обонянию, что-то приятное, что-то такое вызывает определенную нотку ностальгии, а на вкус, ну, никакое просто, оно никакое, это... Это вот первые мои глотки этого пива, и... Представляете, оно никакое, оно как, вот, как мыльное просто. Мыльная водичка, я не знаю, что такое. Существует такая еще легенда, то, что вот данные напитки изготавливают из порошка. Порошковое пиво, порошковое вино, да, кто-то, возможно, слыхал такое. Я не могу с более точной долей вероятности это утверждать, так как я не работал на пивзаводе. У меня есть один одноклассник, он в 10 классе работал на пивзаводе 2 месяца. И что-то он про порошок ничего не упоминал, но такой слух всегда выдавал. И обратите внимание сразу, что я взял данному пиву на закусь. А ровно то, что мы в свое время, в 2000-х годах, с
смело могли купить в ларьках и употреблять. А что здесь нож, что ли, надо? Надо мне ножик. Подать, пожалуйста, нет. Аккуратней. Я сам его без тебя не справлюсь. Вот без супруги. Куда я без супруги? Да никуда. Она меня снимает. Ножницы. Вот. Приобрел я рыбку-ставритку. Так, все, ножницы уходят в зрительный зал. Пантики тоже. А, блюдечко это я сюда буду шелуху. Шелуха по нашему обыкновению в свое время всегда кидалась. Ну, под лавочку, кто особо не следили за чистотой. Так как были малолетние дебилы, и это приветствовалось в наших руках. Ставритка, не копчененькая, без специй, без всего, просто солененькая. Запиваем пивком. Фу, и даже ставрида не спасает положение. Сразу скажу, пиво, вот если в свое время оно как-то было уже на тот момент без горчинки, чуть-чуть с таким кисловато-сладеньким нейтральным вкусом, мягенькое такое. По сравнению все так же с тем же широкомассовым Бакбиром, пиво Gold, конечно, было на период своего обоснования гораздо в выигрышном положении. Но сейчас, когда уже потребитель попробовал более качественные напитки, более, я бы сказал, распиаренные напитки, более подобные по технологии к лучшему, как сейчас стоит данный напиток в линейке с современным, так сказать, продуктом. Да скажу никак. Вот я бы, если честно, не взял бы такой бы напиток. Блин, все, я назвал это такой бы напиток. Такой. Я бы не взял это пиво себе на стол в пятницу. Вот расслабиться после работы. Я устал на работе, на мне пахали как на коне. Меня начальник дрючил как сидорову козу просто. Я пришел, я злой, я дома на всех сорвался, и вы думаете, я пойду возьму себе штучки три таких, даже не полторашки, это один, блин, сейчас посмотрю, ну в общем, даже не полторашки, закончу мысль. Я бы не стал брать, я просто взял бы и пошел, взял нормальное разливное пиво, которое хорошо пьется, который вкусненький, который с более такой интересной плотностью. А такое пиво, я согласен, оно осталось уделом, это уже таких более маргинальных личностей. Недалеких, которые не работают. Ну, чисто, я не знаю, ну, на что живут, и вот такое, вот, это самое для них. И Мадера. То же самое. Или там 3 по 7. Коньяк там стар. Даже 3 по 7 нет. Старый Боссман. Вот. Старый Боссман и пиво Gold. Может даже туда 3 толстяка и как его, Бакбир отнести. В общем, не смотрите то, что я пью. Но пью это дело без, я бы сказал, удовольствия. Сейчас мы обратимся к более утонченному эксперту, это моя супруга, и она сейчас сразу вам скажет вердикт,
хорошее пиво или нехорошее. Вот, жена, я тебе сейчас предложу вот это пиво, ты его вообще попробуешь? Да или нет? Она уже пробует, представьте, она без да, без нет, просто пробует, сразу берет, сразу култ, 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 это озвучивает то, что происходит за кадром. Какое-то водянистое такое. Вот, видите, она... Ненасыщенный по вкусу. Водянистый, ненасыщенный по вкусу. Не, запах приятный, да? Запах что-то такое ностальгетическое вызывает. Запах, я скажу, да. Ну, опять же, потому что мы все помним этот запах, потому что на тот момент как-то... Да вроде и финансов хватало, я не понимаю этот парадокс, этот феномен. И достаток вроде бы был. Достаток прыгнул. Ну, пей вот эту вот гадость на тот момент. Может быть, разливного не было. Я даже не помню, когда. Но что касаемо Ставрички, опять же. Как я с ней познакомился? Было дело, у меня два другана. Они два брата, представьте, два брата, два моих другана. Они меня позвали, говорят, Кирян, говорит, подсоби нам, подсоби мне, нам, говорит, подсоби дедушке, подсоби нам, дедушке, покрыть крышу погребца. Ну, обычное такое дело. Дело было суббота, с утра. Сами понимаете, там студенческие годы, спать по субботам хочется с утра, так как гулял до утра. Ладно, ничего страшного, берем, одеваемся, идем на этот погреб, очень долго варим битум, у нас там булькает, все нормально, и очень быстро кроем рубероидом крышу. Вот, представляете, долго варим битум, быстро кроем крышу. Если бы я писал роман, я бы сказал бы, да, показал Айзладин, на другого свалил эту ведро с битумом, обгорел, у него полкожи там слезло. Нет, ничего такого не произошло. Мы все сделали профессионально, все отлично. А при чем Ставрида, спросите вы? А Ставрида, я вам скажу, Ставрид. При том, то, что после всех этих работ мы пошли пить пиво. На тот момент пиво можно было пить абсолютно везде. Хочешь на остановке, на автобусной пей. Хочешь в садик на веранду зайди и пей. Лишь бы только ты там ничего не ломал и никого не убивал. Да, были такие времена. И вот на тот момент, вот они, два дугана, которым я подсобил, они купили пиво. Да, не такое пиво, но оно такое же было, говёненькое. А на закуску мы увидели вот Ставридку. И нам было, да, интересно, сразу рыбку не чистить не надо. Вот в руках ее там водишь, и от пальцев рыбы не пахнет. Вот дела. И мы кайфанули. И первый раз, когда мы пили пиво и закусывали этой Ставридкой, мы закусывали именно вот так. Сейчас на битом ртом скажу, не обращайте внимания. Нам и в голову не приходило то, что ее еще надо чистить от какой-то там шкурки. Потом, конечно, мы стали сбалованы. Уже все там, лакшери, премиум класс. А на тот момент нам надо было достаточно говяненького пива и какой-то ставрейка. И давайте-ка за эти тяпнем. Оп! Погоди, а я записываю, что или нет? А еще не понял, записывается или нет? Просто время что-то не идет. Что получится? Ладно. Ну что я хочу сказать? И, в общем, я хочу сказать то, что данный напиток, конечно, приятен на запах, да, этикеточка соответствует тому,
тому времени. Да, я приобщился к своему, так сказать, прошлому. Но надо же жить настоящим. И поэтому, ну, глотнул стаканчик, глотнул другой. А больше я и не буду. Вот так. В общем, кому понравился ролик, палец вверх. Обязательно комментарий, обязательно подписка. Кто не скупой, обязательно донатик. Мы же все-таки старались, да? Старались, работу свою делали. А работа, ну, как бы сказать, ну, требует оплаты какой-никакой. Вот, подписываемся. И всем пока. С вами был Керя Ляляев. До свидания.